Совсем недавно член общественной палаты Диана Гурцкая презентовала свой проект «Уроки доброты». Один из таких уроков она провела в гимназии номер 45. Выбор не случайный, ведь помимо различных заслуг и наград, у гимназии есть еще одна необычная традиция. Уже много лет, я уже даже не помню сколько, может кто-то подскажет, кто помнит, является благотворительный марафон. Его, значит, скажем так, заключительной точкой является благотворительный концерт рождественский. Инвалидность не основание для отторжения человека, что они такие же люди, как и все. Они должны жить, они могут заниматься любимым делом. Основная цель проекта – показать каждому, почему важно сделать шаг навстречу людям с ограниченными возможностями, придать им уверенности в себе и дать шанс на полноценную жизнь. Диана Гурцкая уверена, что в будущем проект «Уроки доброты» будет способствовать созданию подлинно безбарьерного мира. А на сегодняшний день очень актуальная тема – инклюзивное образование. Я хочу, чтобы нашим детям в этой жизни жилось хорошо, детям с ограниченными возможностями, чтобы им жилось хорошо, и чтобы они никогда им ничего не пугались, чтобы их родители никогда ничего не пугались. Сейчас говорим о доступности для инвалидов в учреждениях культуры, транспорта, социальной сферы. Это очень многое значит. Это такой огромный шаг к тому, к чему мы хотим идти. И наша цель – это доброта, это любить жизнь, это любить людей, любить детей. И если он в черных очках, если ребенок в черных очках, или если ребенок на коляске, это не значит, что он не имеет права жить.